урон 50%.뭐 어떻게 되는지 모르겠다. 뭐 어떻게 하는 거지? урон 50%. урон 75%. (웃음) 뭐 어떻게 하는 건지 모르겠다. 이게 지금 부서진 건가요? Работало. Переходим к прототипам. У нас проблемы. Дверь к резервным серверам еще закрыта. Сейчас все будет. Свалите от прототипа, пока я займусь дверью. Не налажай. Урон 75%. Чё, 좋네. 90%. Сбой основной. Урон 75%.
Сбой основный. Урон 75%. Илло гай деген군요. Урон 90%. Сбой основный. Должен быть лифт. Надо попасть в резервную серверную на третьем под уровнем. Да зачем мне лифты? И лифты раздолбаем. Чего мелочиться? Раным кое-о. Урон 75%. Урон 50%. Кель чакки вэ кей оремно. Что там происходит? Не знаю, друг. Мне ничего не сказали. Удачи. Черт. Йоу, Маркус. Глянь на эту тыдесню. Это же какое-то инженерное порево. Обучение компов, нанотехнологии, рейлганы, рельсы, кабы. Да, я знал, что вам понравится. Это подарок? Да, да. Черт, Рэй, ты как будто заросший Санта матершинник. Хо-хо-хо, с Рождеством тудыть его. Эй, вы готовы? Ситара запускает ролик. Тайдис, в отличие от других корпораций, держится в тени. Об этой компании мало что известно. Они предпочитают вести свои дела за закрытыми дверями. Но для датек закрытых дверей не существует. Тайдис тратит ваши налоги на создание военной техники. Знаете, сегодня один боевой прототип вышел из строя, продемонстрировав разрушительную мощь. В следующие 10 лет эти машины могут появиться на улице. Если сейчас вы решите остаться в стороне, появится армия, которая заставит вас молчать. Блюм сотрудничает с Тайдис и предоставляет им доступ к CTOS. Блюм продал ваши личные данные и использует их против вас, если проект продолжится. Мы не собираемся сидеть сложа руки. Датсек рассказывает правду. Решать вам. Пойдем посмотрим, что ты нарыл, пока все страницы не слиплись к хренам. Эй, увидимся позже. Ага, давай. Это робот-전쟁, робот-전쟁.
Мою любимую шральню прикрыли. Которую? Я особо не... Извините, задумалась. Как в ожидании облавы. Люди пробуют проникнуть в твои мысли. Это безуспешно. 이게 말렙인가 보다. 더 이상 연구 포인트 안 올라가기도 하고 팔로우 수가 늘어나도 일단 의미가 없어 보이네. 나머지 연구 포인트는 다 이제 그 연구 포인트 그 노가다를 통해서 올리라는 거죠. 그 X 그 해골 표시 있잖아, 그지? У нас очень плохие новости. Зайдешь? Что за хрень? Маркус, ты во всех новостях. Министерство внутренней безопасности объявило тебя в розыск. Что за? Залег на дно, амиго. 블록 무너뜨리기야. 지금 그거였네. 자, 마더로드입니다. 마더로드. 이제 그 거의 엔딩이 가까워진 것 같습니다. 아직 유탄은 한 번도 안 써봤는데. 마지막 미션입니다. 나 지금 해도 어차피 나중에 계속 이어서 할 수 있을 거 아니에요. 그렇죠? Теперь поедет в Тайдис. А ведь столько трудов вложили в эту презентацию. Накрылся очередной роман Блюма с Кремниевой долиной. Ай. Я сейчас заплачу. Если серьезно, из-за нас 10 лет инвестирования коту под хвост. А вместе с ними главный шанс Блюма окончательно подсадить армию и копов на CTOS. Уж хрен их знает, что они планировали. Огромных пауков-робокопов. Ты гонишь, я отказываюсь в это верить. Реально. Отвечаю. Тим, 할까요? 어쩔까요? 합시다. 어차피 그 게임 끝나도 계속 이어서 할 수 있을 거기 때문에. 갑시다. 다. Слишком долго, Душан. Я всё понял. Ещё первые 100-500 раз. Тогда какого чёрта мы оказались тут? А в чем дело? Что? Тайный сговор? Он мою фотку затемнил? Слышь, Рэй, потрёшь эту ересь? Ага, только придется попотеть. Походу, Душка натравил на тебя федералов. С почином, амиго. Yeah. Но он ведь этого и добивался. Выставил нас гопотой, обижающий несчастных кременьков. Добрый Душан защитит их с помощью CTOS и Бэкбона. И бах! Все у него на блюдечке.
Да, и Блюм получили доступ ко всем собранным данным. Пихнут их в кандидата. Черт, даже у АНБ теперь не такой длинный. Агентство нацбезопасности в эту минуту уже вовсю стучится к ним на поклон. И предложит всем остальным слиться с Блюм в экстазе. Не, я пошел. Ща все исправлю. Нет, хрен там. Тут-то, Душан, яйца тебе и скрутит. К тому же ты в последнее время перенапрягаешься. Смотри, так ведь пупок развяжется. Ладно. Ладно, вы дуйте на уступление. Ну а на мне логистика. Займемся делом. Эй, опять этот взгляд. Что не так? У Маркуса большие проблемы. Да, я помогу. Не я тут корень зла, Ситара. Я понимаю. Да. Но мы друг друга не используем. Мы не праймейт, мы не нудл. Вы там чё трётесь? Все норм. Все норм. Что мне делать? М? Помоги Маркусу. Я понял. Это Эндрю Новак, ассистент Душана. О, бедняга. И он крадет данные фирмы для своей любимой. Мэри Кэтскилл. Президента? Идиот. Я взломаю его ноутбук, проберусь в закрытый кластер Блюм и достану нужный код. Но для этого мне надо немного размяться. Кучо. О! Эй, Маркус! Поставь что-нибудь свеженькое. Ибен еру ане. Юби가 왜 미러스 엣지 같은 게임들을 계속 만든지 알겠다. 그냥 нужно придумать, как попасть. 자기들이 이걸 되게 잘 만든다고 생각하는 거야. 그거 그게 재밌겠죠, 자기들한테는 또. да уж. Блюм предпочитают перестраховываться. Ибен, хеликоптер 없네요. Да, 그렇죠. Юби가 이런 건 되게 좋아하거든요. То 그런 생각이 나네요. 어쌔신 크리드로 놓고. Я внутри. Если он узнает, мне не найти работу. Это не самое страшное. Душан найдет твою семью и уволит их тоже. Он одержим справедливостью. Ты мне не помогаешь! Эндрю, мои двери открыты. Ты же знаешь. Я не хочу вечно быть ассистентом Мэри. Нет, нет, не ассистентом. Ты предал Душана. Для тебя.
И никто в здравом уме тебя не наймет. Считай, ты на скамье подсудимых. Код доступа наш. Рэнч, за дело. Уже 하나씩 각 캐릭터를 한 번씩 해보는 그런 건가 보네요. Как насчет найти и расхреначить хранилище данных Блюм? Там можешь себя не сдерживать. Это место жрет дофига энергии. И как раз под боком у Блюм. Вот и разомнешься! Уничтожь резервные сервера, а то инфа, которую мы потрем, опять вылезет. Воу. И ютаниня? Ютани буаниня, е.이렇게 만들어놨나 보네요. 즐겁네. 있고요. 건물 위로 가야 되는 것 같은데요. Этим я сам займусь. Забей пока.유타니스가 좋다. 무한이니까 더 좋다야. 뒤에서 나올 줄이야. 아, 왜? Как насчет найти и расхреначить хранилище данных Блюм? Там можешь себя не сдерживать. Это место жрет дофига энергии. И как раз под боком у Блюм. Вот и разомнешься. Уничтожь резервные сервера, а то инфа, которую мы потрем, опять вылезет. C포인트 이런 배치는 되게 별론데. 아까 그 해킹 완료됐을 때부터 하게 주면 편했을 텐데 그죠?
ты разомнешься? Уничтожь резервные сервера, а то инфа, которую мы потрем, опять вылезет.아, 의욕이 쭉 떨어진다. 쭉 떨어져. Как насчёт найти и расхреначить хранилище данных Блюм? Там можешь себя не сдерживать. Это место жрёт дофига энергии. И как раз под боком у Блюм. Вот и разомнёшься. Уничтожь резервные сервера, а то инфа, которую мы потрём, опять вылезет. Поросекина. Е, 무한 탄약입니다. 아! 이게 한번 실패하니까 한번 실패하니까 Как насчёт найти и расхреначить хранилище данных Блюм? Там можешь себя не сдерживать. Это место жрёт дофига энергии. 약간 되게 잘 됐었었는데. 이게 그라스 под боком у Блюм. Вот и разомнёшься. Уничтожь резервные сервера, а то инфа, которую мы потрём. Как насчет найти и расхреначить хранилище данных Блюм? Там можешь себя не сдерживать. Это место жрет дофига энергии. И как раз под боком у Блюм. Вот и разомнешься! Уничтожь резервные сервера, а то инфа, которую мы потрем, опять вылезет. 얘는 그게 없네요. 그게 뭐야? 블랙아웃이 없네.
거의 다 잡았고. 아, 그렇겠네요. 마스크를 벗으면 되지. 자, 한번 더 뚫었습니다. 아까 이 아래쪽에서도 왔단 말이죠, 그죠? 극복해야죠. 극복해야 어른이 되지. 누구 말자나. 하겠다. 섞여 있습니다. 처리했고요. Эй, Маркус, как тебе интерьерчик? Хз, я не там. Да, тесновато здесь. Клепали 73 Маркуса Холлоуэя и сделаем еще. Маски с твоим лицом так быстро напечатать не получится. CTOS не успевает реагировать, так что ты пока в безопасности. Эта миссия интересная. Ютан Буан이라는 게 되게 좋다. 아이고.
вы жжете. Отправляю код доступа. Помощник Душана ничего не заметил. Засады не бойтесь. Когда доберешься до изолированного компа, слей оттуда данные через телефон. Удачи, Кап. 자 영상 끊을게요.